Тренинг получения из мысли числа позволяет переводить события в понимаемую с точки зрения вечного развития форму. Мы рассмотрели эту информацию в отношении омоложения другого человека. Эта же информация может привести к вечности человека, если при рассуждении о вечности представлять числа так, как дает Григорий Гробовой. Психология нормирования проблемы старости через числовой ряд 519-317-849-317 и понимание этого процесса приводят к тому, что человек начинает управлять физической материей в будущем. Перевод проблемы в норму как раз и заставляет человека управлять своими событиями, в которых участвует его физическое тело в будущем. Психология нормирования тоже нами рассмотрена. Григорий Гробовой говорит: в отношении событий будущего целесообразно заблаговременно производить нормирующее управление и при необходимости корректировать ситуацию в реальном времени. Конечно, автор говорит о любых событиях, но такое впечатление, что это в первую очередь относится к проблеме старости. Мы провели практику нормирующего управления, когда двигали в своем восприятии управляющую форму. При этом можно было посмотреть другой вариант будущего события, которое строит форму вечного развития. Это и есть корректировка ситуации в реальном времени. Еще раз. Рассмотрели в вечном развитии какое-то событие, где мы имеем норму здоровья без признаков старения. Тогда управляющая форма стала иметь характеристики вечного развития. Но напев в форме еле слышен. Какое следующее действие? Подвигали форму в своем восприятии и уточнили какие-то детали в будущем событии. Например, усилили управление своим духовным настроем. Напев стал хорошо слышен. Это значит, что мы правильно сделали корректировку. Чтобы сразу находить нужное будущее событие и не делать дополнительную корректировку, Григорий Гробовой предлагает сделать следующее действие. Представим, что прочли все психологические термины, расположенные в книге, а выборку делаем на двух терминах – старость и статика. На логике от множества чисел и их сочетаний вы воспринимаете знак бесконечности, который отделен от конкретного числа. Знаковая форма, определенная в психологии нормирования посредством чисел, позволяет распознать варианты будущих событий, ведущих к вечности в любом случае. Фаза управляющего прогнозирования при применении числовых рядов психологического нормирования должна совпадать с информацией совершенного в будущем события, все элементы которого вечные. Итак, чтобы воспринять знак бесконечности от чисел, надо знать, что он там есть. Автор говорит, что он отделен от конкретного числа. На примере двух числовых рядов воспринимаем знак бесконечности. В области свечения чисел знак бесконечности находится. Соединяем знаки в один и смотрим через него вариант какого-то своего будущего события, которое обязательно ведет к вечности. Видим именно то событие, как говорит автор, которое обязательно свершится в будущем. Почему? Потому что мы смотрели через выделенный знак бесконечности от числовых рядов психологического нормирования. Фаза управляющего прогнозирования совпала с тем, что мы увидели. Поэтому чувствуем, радуемся, восторгаемся, живем. Это не зависит от возраста, а только помогает решить проблему старости для себя и для всех, для реализации вечного развития.